как я тут замечательно сижу. Гениальный фильм «Мистерия». Всем говорю смотреть. «В пасти безумия». Ты читаешь Сатора Кейна? Вот именно. Что? Ты читаешь Семена Лисова? Вот я что читаю, сейчас я это напоминаю. А вот глядите. Вот это называется детство. Ой, господи. Так, чуть-то что у нас? Тут тоже. Вот. Тоже паренек, мальчик. Короче, по поводу фильма. Видите, у меня тут фильм. Книга. А, даже не знаю, как вам правильно сказать. Короче, на сайте «Одноклассники» этот фильм есть. Я вам скажу, что мне удалось достать его копию. Это не знаю, забанят, не забанят меня ютубчик. Писатель романов ужасов Сатор Кейн. Безобидный популярный талант или безумно смертельный пророк от литературы. Вот что творилось сегодня рядом с несколькими книжными магазинами. Да. Мой любимый кадр это вот тут, вот этот. Сейчас. Когда они уже приезжают. Смотри. Добро пожаловать в Хоупсэнд. Стайлз, ты молодец, ты нашла его. Она нашла город, которого нет на карте. Видите, какая что женщина такое? Красивая. You drive. Теперь ты садись за руль. You drive. Какой кадр у Карпентера, понимаете? Блин, все отсвечивает. Моя реальность. Карпентер. Въезжает в маленький американский город, которого нет на карте. Да, наверное, это видео забанит. Короче, смотрите, фильм называется «В пасти безумия». Не пугайтесь этого названия. Понимаете? Это фильм для умных, это фильм мистерия. Я считаю, что это одно из главных вообще кинематографических чудес. Я вот всем своим знакомым, да, вот всем порекомендовал, вообще всем. Настойчиво порекомендовал. Никто не смотрит. Вообще никто. И этого писателя, я думаю, сейчас никто, кроме меня, не читает. Наверное, я единственный человек, который его сейчас читает. И это хорошо. И я с удовольствием читаю. Эта книга у меня выиграла конкурс из 5 книг. Ясно? Вот так. Все. Пошли домой кушать.